Так, вот такая красота у Нади получается. Вот из флиса уже выложили. С красками поиграли. Сейчас я переверну. Вот так вот надо. Флисовый жилет. Привет. Я сейчас близко покажу, потом подальше покажу. Общее впечатление. Очень красиво. Шел второй день. Правильно. Так, и вот еще один жилет. Начало положено. Надеюсь, тоже будет очень красиво. Ярко. Еще не все же засняла. То, что здесь вот есть, какие богатства. Начала тогда снимать, и у меня не получилось вот эту трепалку, вот эту часть сняла, а часть-то у меня почему-то не записалась. Вот, два файла у меня и выпало. Вот такая шикарная трепалка и вот такая шикарная прялка. Богатство на полу в виде флиса. Так, полным ходом идет работа. Сейчас вот покажу. Что тут со спинкой уже и перед выложен. Я сейчас убегаю, девочки будут доделывать. Я думаю, уже увижу готовое. Так, это на один жилетик вот такой флисовый. А у Тани он закрыт. Сейчас вот промокаем его. Вот такой лаконичный дизайн хороший получился, очень оригинальный. Уже тоже завтра, наверное, да, поснимаю. Крутись. Ну все, ребята, вот он успех. Вот смотрите, как здорово-то. Какая красота. Ой, ой, вообще чудо. Теплый, необыкновенный. Вот это у нас флис, шелк и неземная красота. Супер, супер, супер. Сейчас вот поближе тоже покажу. Освещение здесь как бы не очень, а вообще вот такой вот жилетик. Вот такой жилет. Ой, а какая тут фактура, это вообще можно часами рассказывать. Шелк там у нас, сетка, чего у нас только нет. Ну и флис, конечно, самый разный. Вот я так подробно рассказываю, чтобы потом не забыть, что тут понатворили-то. Хай, привет. Молодец. Надя сама. Практически долго шла, шла и пришла. Сама, да, очень красиво. Ну все, я думаю, что теперь жилет освоишь и будешь делать и радовать народ. О, какая конечно красота. Все, я счастлива. А мы так счастливы. Нет, все. Подожди, подожди. А, да, еще шапка же у нас. Еще шапка у нас, вот. Здесь вот отсвечивает все, но... Поверьте на слово, что это все очень живописно и красиво. Мы потом еще в другом месте поснимаем при более хорошем освещении, чтобы это все показать. Да, без плаща. Когда он уже высохнет, это он еще мокрый жилет, с него капает. Вон. Вот такие жертвы приносим. Ноги мокрые. Но мы надели уже. Красота. Но молодец. Потому что нам не втерпешь. Да, нам не втерпешь и очень красиво. Так, ну и что, мешалку надо какую-то? Да, сейчас на плечики, наверное.